Ребята, всем привет! Меня зовут Ира, и вы смотрите канал «Рисование для всех». В этом видео я буду рисовать персонажа книг Эрин Хантер «Коты-воители», «Кленовницу». Друзья, также если вы не хотите пропустить цикл роликов по котам-воителям, тогда советую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы вам пришло уведомление о новых выпусках. Итак, начали. Рисуем окружность, голову. Проводим центральную ось и две поперечные оси для построения глаз. Намечаем ушки. Нажим карандаша пока делаем очень слабым, для того, чтобы легко было исправить неточность. Ну а далее все по схеме, которую вы можете видеть слева. Напомню, что серым цветом я обозначаю вспомогательные линии. Кленовница – хорошо продуманный и интересный персонаж, пусть даже и не самый идеальный. В моем арте я решила посмотреть на нее немного с другой стороны. Напишите, а что вы думаете об этом персонаже? Итак, кленовница – это черепаховая с белым кошка, с янтарными глазами, пушистым белым хвостом и густой свалявшейся шерстью. Резкая, честолюбивая, хитрая кошка, которая могла бы стать хорошей воительницей. Но смерть ее котят и отказ друга принять ее сильно ударили по ее психике и вызвали желание отомстить всем своим обидчикам. Кленовница отгородилась ото всех, не хотела ни от кого принимать помощь и сосредоточилась только на месте. А попав в сумрачный лес, решила, что отсюда она сможет и дальше портить жизнь живым. В сумрачном же лесу она прослыла кровожадной и неистовой кошкой, которой боялся даже сам астролаб. Оставленная всеми, родным племенем, племенем, в котором она надеялась отыскать приют, и даже котом, которого она любила больше всего, кленовница стала бродягой. За то, как с ней обошлись, она возненавидела речной и грозовой племена. Всю свою жизнь она мечтала о мести, поэтому после смерти, став обитательницей сумрачного леса, вероломная кошка выбрала орудием своей мести юного котенка, такого же, как и она, отвергнутого матерью и оторванного от родного племени. Она пообещала котику помочь тому добиться всего, о чем он только мог мечтать, взамен на одно обещание – всегда ставить нужды своего племени превыше всего на свете. Она усердно тренировала будущего предводителя, постепенно отнимая у него все то, чем он дорожил. Но не буду раскрывать весь сюжет, а вернемся к рисунку. Да, если вам интересно узнать, как нарисовать Пикси и Брута, то нажимайте на подсказку в правом верхнем углу экрана и смотрите ролик прямо сейчас. Thank you.
Ну а сейчас наступило время для приветов. Надеюсь, мы с Хвостиком никого не забыли. Рубрика теперь выходит регулярно. Так что, ребята, те, кто не получил сейчас привет, не расстраивайтесь. А пишите в комментариях уже под этим видео. И в следующем выпуске вы увидите свои поздравления. Кстати, кленовница у нас практически готова. Осталось лишь обвести линером и раскрасить. А сейчас смотрим ваши работы. Ребята, спасибо вам за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также приглашаю вас вступать в нашу группу ВКонтакте. Желаю вам отличного настроения и до скорой встречи!